Мур, привет, друг. Это Зверько. А это сдобная особа. Кошку мы подобрали осенью. Вот уже адаптировалась. Все у нее хорошо, только выбрит живот после УЗИ. На этом рубрика «В мире животных» заканчивается. С комментариев под прошлым видео, где мои впечатления о Wild Rift, я, конечно, поржал. Фанаты лол как негры, им нужно на что-то обидеться. Ничего плохого не сказал, а в комментах бугурт обиженок. Как я понял, практически никто вообще не вдупляет, что значит баланс. Но думают, что это значит «хорошо лично мне». Объяснять значение достаточно долго и нудно, и никому не нужно. Все равно хейтерки останутся при своем мнении. Ни в одной моба-игре нет баланса, это факт, и живите с этим. Переходим к обновлению 1.5.40. Ну что, рассказывай в комментариях, как тебе Матильда, и вообще нужен ли гайд на нее. Облик на фоне рождественский карнавал с 24 декабря будет в событии. А в каком событии конкретно, хрен ее знает. Разработчики анонсируют новый сезон шахмат, будет называться Blazing Hammer. Видимо, грядут существенные изменения. Москов. Разработчики отмечают, что усилили Москова. Смотрим. Пассивка. Увеличили стартовое прибитие как стандартной атаки, так и атаки после первого навыка, значение на экране. Ульта претерпела изменения. Москов кидает копье, которое поражает первого героя и сильно дамажит стоящих за ним. Кстати, многие не замечают, насколько часто я ругаю ML. Например, я считаю, когда ульта – это повторение обычной атаки, либо любого из навыков, но в более сильной форме, это ленивая хрень, а не навык. И тем более не ульта. Им было лень что-то придумывать достойное ульты. Аргус. От разработчиков. Аргус был слаб до 4 уровня, поэтому апнули атрибуты. Кроме того, мы подняли восстановление энергии, чтобы атаковал пассивкой чаще, но скорректировали избыточный урон и уменьшили немного реген здоровья. Атрибуты. Увеличили базовую атаку до 119. Пассивка. Сильно подняли реген энергии. Бонус от физических предметов уменьшили с 60 до 50%. Базовый реген здоровья уменьшили на 10 единиц. Ульта. Уменьшили пассивный бонус к физической атаке. Было 25-45, будет 10-30. Пакита. Не прошло и полгода, как разработчики заметили, что Пакита разрывает вторым навыком. Странно, я об этом еще в обзоре говорил. А значит, оно на поверхности. Немного уменьшили штраф к базовой атаке. Ранее срезало 20% урона, теперь 10%. Первый навык. Основательно уменьшили перезарядку. Было 10-8 секунд, будет 8-6 секунд. Второй навык. Серьезно уменьшили базовый урон. Также уменьшили базовый урон заряженной атаки. Зато перезарядку немного тоже уменьшили. Но это уже в плюс. После изменения первого навыка я как-то охладел к этому герою. Броуди. Разрабы все не могут устаканить ливер и продолжают колдовать над уроном, чтобы Броуди был слабее в начале, но сильнее в середине игры. Расчет базовой атаки на экране. Системные исправления. Оптимизирован критерий штрафа за низкий уровень игры, чтобы избежать ошибочных штрафов. Кстати, кому-нибудь прилетал такой штраф? Сколько снимают? Оптимизировали отображение процента побед при драфт-пике. Оптимизировали правила двух игр на новом герое до похода в рейтинг. Исправление багов. Вот тут списочек. Исправлена проблема, когда прибытие не давало скорость бега. Исправлена проблема, из-за которой Лолита не могла применить вспышку в ульте. Исправлена проблема, когда не отображались спецэффекты над крипами. Исправлен глюк, отображение бега после вспышки. Поправили баг, когда глючило перемещение после броска кусаки. Поймали баг, когда Москов не мог применить второй навык на лорда. Поправили урон первого навыка Наны, который наносил ненормальный урон первой цели. Починили ошибку, когда сбрасывалась КД второго навыка Лейлы после разблокировки ее ульты. Исправили ошибку, приводившую к дикому увеличению скорости миньонов после 9 минуты. Я думал, это фича. Вылечили болячку, когда некоторые навыки срабатывали после смерти героя. Исправили отображение значков крипов на миникарте. Подкрутили значение крипов к заявленным в обновлениях. Теперь исправили, когда настройки выбранного героя перед боем не сохранялись. О, у меня часто такое было. И наконец-то исправили баг, когда музыка MCL не прекращалась после возврата в стандартный интерфейс. А на этом новостной выпуск закончился. Если видео тебе понравилось, жми лапку. До скорой встречи, друг. Смерть, смерть,